Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пересек Калмыкию по крайним географическим точкам севера на юг за 7 суток 10 часов 48 минут. Общая длина дистанции составила 574 километра. Старт Ерохин взял около села Хончнур и финишировал около города Артезиан, передает RT. Спортсмен установил новый мировой рекорд по средней скорости передвижения 77 км в сутки, предыдущее достижение составляло 60 км в сутки. Ранее Ерохин поставил рекорд, преодолев за 11 дней «Золотое кольцо России». Ультрамарафонец первым в истории пробежал остров Сахалин с севера на юг 1200 километров и 19 суток и 4 часа. Фото. Страница Дмитрия Ерохина ВКонтакте. Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий.